Погнали! Ну слушай, у тебя тачка тяжелее. Я понял! Просто взял в самом начале, меня обманул. Так, кстати, потолка. Воу, сейчас кого-то. Блин, тебя лампочка спасла! Тебя просто спасла лампочка, Плейзин. Яркий, светящийся. Аккуратно! Хаммер! Во, моя тачка умеет прыгать. Тиндер, чуваки, с вами Джел, и сегодня со мной Флейзин. Мы находимся в GTA 5 онлайн с рубрикой «Прячь и ищи». Всем здорово! Сегодня в качестве тачки, которые мы будем прятать, находятся у нас тачки на пульте управления. Каждый выдается по 3 таких машинки. Мы должны будем их сегодня спрятать именно на вот этой вот киностудии, вот в этой вот зоне. А далее за 3 минуты должны будем отыскать тачки соперника. Те тачки, которые мы привозим на базу, из них выбираем одну тачку, потому что мы ее далее будем прокачивать, тюнинговать и устраивать на ней дальнейшие испытания. Кто сегодня победит в видео, вы узнаете в конце видео. Ну что, ребят, я жду вам приятного просмотра. Надеюсь, вы поставили уже лайк. А мы начинаем! Ребят, садимся в первую тачку и давайте ее куда-нибудь спрячем поблизости. Я предлагаю ее вообще спрятать на видном месте. Одну тачку, так, аккуратненько. Сейчас ее спрячем, чтобы Флейзин ее точно не нашел. Так, раз, два, три. Так, его вроде нет, он уже уехал на своей, да, машинке, смотрите. Давайте вот тут просто на видном месте самую плохую тачку спрячем, так как это самая стандартная машина. Так, как бы мне вылезти отсюда? Ну, слушайте, блин! Тихо, немного палевно, немного палевно. Давайте сейчас немного отъеду назад и будет, в принципе, уже беспалевно. Так, садимся во вторую тачку и давайте посмотрим. В принципе, если он будет ездить сверху, то ее тут не очень-то и заметно, мою машинку. Ну, не знаю, она самая фиговая, так что мне ее даже не жалко. Давайте где-нибудь в центре киностудии спрячем тачку. Вот здесь очень много народу, и я думаю, куда-нибудь сюда можно ее запихнуть. Так, дядька, меня не бойся, я тут аккуратненько проеду. Куда бы ее спрятать? Куда-нибудь в угол. А, нет, тут... Вот оно, идеальное место. Просто сейчас за стенку спрячем. Мне кажется, Флейзин тут точно не найдет эту тачку. Так, аккуратно, аккуратно прячем. Все, просто идеальное место. Давайте выйдем и заберем последнюю нашу тачку. Берем последнюю машинку. Слушайте, ну-ка. А вот эти картинки сбиваются, нет? Блин, сейчас бы в корзинку запрыгнуть было бы просто идеально, как-нибудь их сбить. Нет, они вообще не сбиваются. Ладно, поехали, спрячемся, кстати, куда-нибудь в домик. Давайте-ка тоже поблизости. Я думаю, он сюда даже не додумается заехать. Хотя, кто его знает? Я не знаю, вообще смогу ли я заехать. Тачки не прыгают, потому что они самые стандартные, они даже не прокачаны. Так, аккуратно заезжаем. Слушайте, неплохое место, мне оно нравится. Давайте вот тут за стенкой прям заныкаемся. Кстати, уже пора встретиться с Флейзином и уже начать искать наши тачки. Ребят, мы уже готовы с Флейзином засекать 4 минуты, чтобы искать наши тачки. Паш, ты готов? Конечно, готов. Ну все, тогда я засекаю. Таймер пошел, 4 минуты пошли. Так, садимся на мостике и давай разъезжаемся. Слушай, ну я тачки поехал, спрятал, в принципе, я скажу тебе, недалеко. Да, вот такая подсказка вот тебе. Братан. Да. Самое легкое место. В смысле самое легкое место? Наивное место. Ты нашел тачку мою уже? Да. Фургончик, фургончик. В смысле братан? Фургончик нашел? Ты нормальный? Ну, тут это какой-то вот фургончик, так что, блин, братан, ну это. Да ладно. Так реально просто палевно, ну. Не-не, ну это, слушай, ты жесткий какой-то. Так, едем по киностудии. Я пока все мусорки обещаю, даже не знаю, куда бы ты мог спрятать тачку. Заедем вот сюда, туда нету. Хоть. Я нашел твою тачку! Чё просто нашел? Буквально 41 секунда, и я нашел твою тачку. Нормально. Так, ребят, быстренько забираем машинку. Так, давай-ка сядем в нее. Отличненько. Так, все, поехали. Так, аккуратно выезжаем. Так. Паш, ты говоришь, тачку нашел, да, уже? Да, я тачку нашел. Все, я подъезжаю. Оп, я вижу свою тачку, кстати. Да, реально, фургончик нашел мой. Ладно, я припаркую вот эту тачку вот сюда. Давай. Все, я поехал за второй твоей машиной, так сказать. И так, за третьей тоже. Слушай, ну, я там уже катался. Поедем, давайте в другую сторону, объедем вон ту территорию. Я, кстати, тебя не видел, когда прятал тачки. Я не знаю, где ты вообще катался. Так, аккуратненько смотрим. Вот тут нету. Так, есть. Может быть, кстати, вот тут ты прятал. Хотя и здесь и нету. Блин, у нас уже 1,5 минуты прошло. Это ровно полтора времени. Ой, полтора времени, говорю. Половина времени. Серьезно, еще одну тачку нашел твою. Все, быстренько забираем еще одну тачку. О, уже? Да, Паша. Ну что, тихо. Я уже, блин, вторая тачка. Это просто топчик. Так, сейчас припаркуемся быстренько. Так, они прыгать не могут? Да, они прыгать не могут. О, что? А он передвигается, что ли? Офигеть, тут фура вообще задом наперед уже стоит. Так, аккуратно вторую тачку паркуем. И мне осталось найти всего одну машинку, и у меня на это всего 1 минута. Так, ты как там? У тебя как дела? Да, нормально, братан. Вот, ищу тачки тут.
Ищешь, да, я тоже ищу. Вау, тут космонавты бегают. Чего? Блин, а куда ты спрятал-то последнюю машину, я вообще не знаю. Вот тебе все скажи, да, расскажи. Это просто жестко. Так, 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 аккуратненько. Ой, я нашел тачку, братан. В смысле? Вторую? Да, братан. Да ты издеваешься. Это изи, Не-не-не-не-не, тихо, у нас еще нормально. У нас еще 1,5 минуты времени. О. Блин, я тут катался, тут я тачку вообще не нашел. Аккуратно, аккуратно. Блин, а где ты спрятал-то ее? А вот, капец. А вот не скажу. Реально, просто самое трудное место, наверное, для последней машины выбрал. Аккуратно сейчас. Я должен везде проехать, чтобы ее найти. Нифига, я подлетел тут. Так, а я знаю, где спрятал. Блин, нет, я ошибся, нету тут. Капец, ну, зато быстренько нашли, буквально за 2 минуты, 2 тачки, по тачке на минуте. Так, я не знаю, на киностудии, если ты только мог спрятать ее, я потому что вообще без понятия, где она. Так, аккуратно, у нас остается 1 минута, Паша. Так, тихо, тут. Я знаю, вот тут спрятал, 100%. Блин, нету. Куда ты мог ее заныкать? Я пока только 2 тачки нашел. Я вообще не понимаю, краска нету, где она? Кстати, нифига, тут такое хорошее место было, надо было вот тут прятать. Прикинь, прям на балкон место вело. Хотя нет, палевно очень, да, палевно. Так, у нас остается 30 секунд и, блин, походу я сегодня нашел... Я буду заканчивать свой поиск. В смысле? А ты уже прибил... Я нашел твою тачку! Капец, как ее я проехал! 3-ю тачку нашел, быстрее садимся в нее, короче, сейчас привезу на базу. Выезжаем, тихо-тихо. Так. Слушай, Паш, ну... Походу, сегодня ты нашел только 2 мои тачки, а я... Да, куда я еду вообще? Я куда-то по лестнице забираюсь. Слушай, ты так запрятал, я даже выехать не могу, прикинь. Но капец, ты как вообще сюда заехал? Я не понимаю. А, не, я вижу, все, по горочке тут. Вау, тетка! Тетку сбил на машине, прикинь! Так, у нас уже время вышло. Все, Паш, в принципе, я уже приехал. Так что, паркуюсь, и я нашел реально 3 тачки. Ты уже тут бегаешь просто. Все, вылезаю. Ну, слушай, давай с тебя начнем. Какие тачки ты сегодня будешь выбирать для дальнейшего тюнинга и уже гонок? Да, стандартная. Есть вот такая вот Бурито, офигенно. Ну, стандартная это такое, Бурито. Ну, слушай, повезло. Бурито я, скорее всего, Бурито. А тачку со спойлером ты не нашел, да, спортивную? Нет. Ну, слушай, бери тогда фургончик, да, фургончик берешь. Да. Окей, а я возьму, даже не знаю, у меня есть деревенский пикап, значит, желтый. Потом спортивная тачка со спойлером и стандартная вообще машинка. Я даже не знаю, брать ее, не брать. Короче, я возьму сегодня, конечно, вот эту спортивный джип. Это джип спортивный со спойлером. Поэтому сейчас пойдем их тюнинговать, прокачивать и устроим на них уже крутые испытания. И так как я завез свою тачку к себе в тюнинг, давайте начнем первым делом с раскраски. Покрасим ее, конечно же, в какой-нибудь красивый цвет. Мне кажется, на этой тачке обалденно смотрится вот этот фиолетовый цвет. И нам осталось только, в принципе, прокачать колеса. Давайте поставим самые крутые диски. И сегодня для тачки я выбрал вот такие обалденные диски. Лоурайдерские с белой обводкой. Мне кажется, они просто ей подходят прям на максимум. Давайте посмотрим, что сделал Флейзин, и встретимся с ним. Вот, ребят, я уже и встретился с Флейзиным. Посмотрите, какая тачка у него получилось, просто долларовые диски, желтый цвет, и зачем ты еще бомбу к себе прикрепил? Ты вообще нормальный, нет? Да, нормальный. Ну ты даешь. Кстати, у меня колеса похожие. Смотри, у меня тоже с белой обводкой, маслкаровские, такие лоурайдерские. Лоурайдер. Да, а как тебе мой цвет? Фиолетовый, такой пурпурный. Ну прикольно, такая раскрасочка. Да? Ну, у тебя стандартно довольно. У меня желтые тачки, я сегодня прятал, и ты в желтый цвет. Ну-ка, столкну тебя воду или нет? Ладно, нормально. Флейзин, ты там как, давай, выкарабкивайся. Ну, ребята, а мы сейчас отправимся туда на первое испытание. У нас будет толкучка на мейс-банке. Посмотрим, кто сегодня будет круче. Мы уже залезли с Флейзиным на самое высокое здание. Просто-напросто в GTA 5. Это мейс-банк, вот этот вот небоскреб. И, короче, кто последний здесь остается, тот и получает свой балл. У нас будет 2 раунда, Флейзин, ты готов? Конечно, раз, готов. 2, 3, погнали. Ну, слушай, у тебя тачка тяжелее... Я понял, просто взял в самом начале, меня обманул, и он зарабатывает уже первый балл. Ну ладно, я тебе должен отомстить, поэтому мы переходим ко второму раунду. Я уже залез опять на мейс-банк, и у нас 2-й раунд, Флейзин. 1, 2, 3, погнали. Ну все, больше я не буду вестись на эту вот штуку. Я забыл даже, что у тебя есть прыжок, если честно. Какие они, какие прыжки, прыжки они, да, они очень резкие, слушай. Ну-ка, оп. Обманул, а, обманул, опа, вот обманул, так. Желтый пончик ты какой-то, слушай. Ну-ка на тебе. Да, на. Да, ну-ка, а чья интересно машина мощнее? Твой фура, вот этот фургон? Или моя... мой джип? Я не знаю, почему я сказал фура. Или мой джип со спойлером. Ну, у меня более спортивная тачка, мне кажется, я тебя... Да хватит задом ездить, я тоже сейчас буду задом кататься.
Кстати, ты катаешься, ты... О, ой-во, оттолкнул тебя нормально. Оттолкнул, да. Ну-ка, на краю не хочешь побатлиться, так сказать, потолка? Давай. Воу, сейчас кого-то... Блин, тебя лампочка спасла. Тебя просто спасла лампочка, Плейзин. А ну иди сюда, Обманщик, опять хочет меня скинуть. Ой! Оу, я видел, все, взял, сам же скинулся на нижний уровень. Ну что, Плейзин, в этом раунде тогда я получаю тоже один балл. И счет у нас 1-1, это значит ничья. Мы берем ко второму испытанию. А мы уже на втором испытании, это у нас будет полоса препятствий, здесь у нас есть змейка, барьеры, которые надо будет перепрыгнуть, а дальше такая драговая полоса, на которой мы проедем, развернемся и поедем всю эту полосу препятствий обратно. Кто обратно приезжает и проезжает через вот эти два конуса, тот и финиширует и зарабатывает свой балл. Ну что, Плазин, ты готов? Конечно, готов. Все, я тогда засекаю 3 секунды и мы стартуем. Раз, два, три, погнали! Да, аккуратно, змейка. Главное ее всю проехать. Конусы, они тут деревянные такие. Их очень трудно сбивать. А я уже их проехал и еду на следующий уровень. Так, тихо-тихо. Прыжок. Прыжок, набираю прыжок. А возвращайся, Флэш. Смотри, я тут даже прыгнуть не смог. Так что, а что я прыгнуть-то не могу? Опа! Нет, я видел все. Я все видел. Ладно, едь, окей, едь, давай. Все, а, нифига себе, меня обмануть хотел. Опа, есть, я прям по миллиметре прыгаю. Так, разгон, тихо, разгон, прыжок накопился и прыгаю опять. Все, есть, я проехал и полоса теперь препятствует, это змейка у нас. Воп, и я приезжаю первый. Все, я зарабатываю один балл в этом испытании. Ну что, Плейзин, у нас счет 1-1 с тобой. А, подожди, 2-1. Я заработал в толкучке один балл и здесь один балл. Ну что, ребята, тогда мы приводим к третьему испытанию. А последним испытанием это у нас будет гонка. Кто первый, короче, пересечет финишную черту, тот и получает балл. Либо ты сравниваешь, Плейзин, наши баллы, либо я сегодня выигрываю в сегодняшнем, видео. Ну что, ты готов? Конечно. Отсчитывай тогда ты 3 секунды и мы стартанем. Раз. 2, 3. А, погнали! Я просто, слушай, тормоз зажал, и у меня тачка медленно катилась так. Слушай, такой фургончик даже из виду легко, нетрудно потерять, потому что вообще такой, знаешь, яркий, светящийся. Аккуратно! Хаммер! Во! Моя тачка умеет прыгать, потому что я его перепрыгнул через капот. Нормально. Так, мы уже 0,5 километра проехали, слушай, и... Кстати, я тебя потихоньку догоняю даже. Ну, это из-за хаммера, это чисто из-за хаммера. Да, на хаммер начал вилять влево-вправо, там еле объехал прям. Это я его подкупил, короче, чтобы он тебя специально там задавил, понял? Понял тебя. Аккуратно тачки, кстати, я очень люблю на этих тачках бордюр, это просто прям вот ненавижу. Бордюры. О, ты видел, как он развернулся вообще через сплошную, это нельзя. Это эпичные гонки просто, между тачек, прям между трафиком скачешь, прыгаешь, аккуратно. Воу, а что ты делаешь? Пацаны, вы видели, он стреляет в трафик, чтобы они меня сбивали, я понял. Блэйзин, ну ты вообще подлец, конечно. Тот еще. Слушай, как так быстро едешь, я вообще не могу догнать тебя, я никуда не врезаюсь, ничего не делаю, а вот ты едешь все равно первым. Аккуратно заворачиваем, все, отлично. Так, сокращаем по массюсечку. Так, аккуратно. Оп! Тихо, я перепрыгнул. Нормально. Слушай, ну ты все равно очень быстрый. Слушай, я не знаю, у тебя. Ты, мне кажется, моторчик там на весь корпус твой в фургоне расположен, но намного больше. Мне кажется, или немножечко прыжок, он сбавляет скорость. Сбавляет, а я думал, наоборот, прибавляет. Ой, я. Где ты? Я тебя объехал! Офигеть, я сейчас так на траву вылетел, короче, я думал, все, сейчас врежусь куда-нибудь и тебя объехал. Все, пока, Плейзин, походу я займу сегодня первое место. И буду единственным победителем. Не, смотри, дорога прям чистая, прям как для меня, вообще ни одной машины нету. Не, какой, вон тот спереди. Ну, если я только специально в него врежусь, только при этом случае я могу попасть в ДТП. Так, аккуратно, главное, чтобы сейчас на встречу ко мне никто не выехал, это будет очень страшно. Так, ну Флэйзин у нас сокращает, и поэтому он получает дисквалификацию, походу. А сокращать нельзя, Флэйзин, ай-яй-яй-яй-яй. А кто такое сказал? Я сказал, ты что, сейчас бы сокращать в гонках, ну ты вообще даешь. Ну что, ребят, сегодня я побеждаю со счетом 4-2 в этом видео, а Флэйзин занимает второе место. Ну а по окончании видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, ребят, на этом видео подходит к концу. Если оно вам понравилось, поставьте лайк. Напишите в комментариях, какая тачка вам понравилась по стилю, по дизайну лучше, моя либо Флейзина. А с вами был JL Флейзин. Ссылка на Флейзина будет в описании. Всем огромное спасибо за просмотр, лайк, который вы ставите. Всем удачи и всем пока. Всем пока, народ.